Ничего. Куда ты? Стой! Куда? Куда? А ну пошел! Пошел! Нет! Пошел! Нет! Нет! Белорусы! Задачей каждого из вас является содействие восстановлению своего края. Вы знаете, что восстановление вашего края невозможно без немецкой помощи. Сопротивление немецким распоряжениям будет считаться саботажем наравне с подстрекательством населения. Есть еще единицы, которые неясно понимают великую линию. Это мужчины-партизаны. Они посягнули на немецкий вермахт. Поэтому они будут казнены. Смотрите, что будет происходить с врагами немецкого рейха. Не поддерживайте партизан. Их положение безвыходное. Каждого, кто перейдет на сторону партизан, ожидает такая же участь. Наступило время великих решений. Принимайте деятельное участие и оказывайте наилучшее содействие в строительстве белорусского хозяйства для белорусского народа. Повесить. Ну, пошли. Ну что, встал? Давай верхом, здесь не глубоко.
Видал он. Приехали. Вижу. Подождем немного. Стемнеет, поедем. Думаешь, он нас ждет? Может, и не ждет. Давно смылся куда? Полицию, может. Стой тут и жди. Если что, я стрельну. Недолго, чтоб. Недолго, недолго. Красивая лапки. Осталось глазки нам с тобой сделать. Сделаем ушки. Угу. Острые, как у лисички. А как назовем собачку? Белка. Белочка. Так, сейчас ушки мы сделаем острые. Здравствуйте. Вот лошадка мне папка сделал. Хороша лошадка. А мне папка собачку сделал с хвостиком. С хвостиком. Это хорошо. Тебя как звать? Глыша, папка Сушеня. Значит, будешь Григорий Сущеня. Ну, как живется? Садись. Чего уж. Не узнал сперва. Изменился. Так, наверное, и ты изменился. А патроны есть, чем стреляют. Вот как. Патрон теперь не для ребят. Да не патрон, Гриш. Гильза у него. А, гильза. Я к тебе, священник. Жена где? Корова дует. Сегодня вот баню протопил. Мыться собирались. Мыться? Это хорошо.
Я знал, что придете. Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь. А что ж тут понимать? Никакой вины на мне нет. Вот в чем загвоздка. Нет? Нет. А ребята? Что повесили? Ребят повесили. Здравствуйте. Здравствуй, Анеля. Это ж вас покормить надо. Голодный ж, наверное. Некогда, Анеля. У вас портянки какой не найдется? Переобуться. Как же мама твоя жива еще? Мамы уже нет. Полгода как. А сестра Нюра? И сестры нет. Убили весной в Лисичанской пуще. Так, может, присядем? Нет. Я не буду. Жаль. Тогда я. Можно? Ладно. Только недолго. Правда это? Что неправда? Разве же мы надеялись на что? Или ждали? Как вы взяли, у меня сердце зашлось. Неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили. Ну, что же теперь делать-то? Ну, это разве же по его воле?
Но он же ничем перед ними не погрешил, он же их выгораживал. Но ведь повесили, а его выпустили. За что? А кто же их знает, за что? Нет. Так не бывает. Ладно, Анеля. Что говорить? Судьба. Да. Пойдем. Ну надо, ненадолго. Ты не плачь, успокойся. Тут на одно дело надо. Скоро вернется. Приду, а? Так это... А чего же вы тогда ничего с собой не взяли? Сало. Вот сало возьми. Перекусить-то. А то как же без еды? Луковицу, да? Не надо. Ты же любишь, чтобы с луком. Ну, если любишь, возьми. Давай, Лучко, давай. С лучком-то оно. Все вкусней. Сало особенно. Сгодится на закус. Если задержусь, мойтесь без меня. Куда? Туда. Лопату взять? Возьми. Сам понимаешь, если выдал... Я не выдавал. А кто выдал? Не знаю. Но ведь тебя выпустили. Выпустили, сволочь. Лучше бы повесили разом. Иди. Ну что вы, братцы, берег же весной заливает. Торфяник тут. А ты что, песочку захотел? Ну, хотя бы и песочка.
Все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому. Песочка. Ладно. Поехали. В Сосняке там песочек. Пригорок где-то. Давай, иди. Стой. Ну, чем не местечко? На любой случай. Случай? Если бы мне сказали, когда? Да. Все случается в такую войну. Но ведь это дико. Да, ты. Войтик, покарауль там у дороги, пока управимся. Иди. Ты это, хоть не говори о Нелли. Что не говорить? Ну что застрелил? Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится все. Ладно, копай. Там видно будет.
Ну, может, хватит. Закапывать много придется. Тоже закопай, я тебя попрошу. Ватник. Ватник бы надо Анели отдать. Ватник? Давай. Передам как-нибудь. Хороший ватник. Когда на себе такой справит? Вдова. Ботик, ты? Стой! Стой! Thank you.
Куда? Куда ты меня несешь? И сам не знаю. Войтик. Не Войтик. Священник. Меня здорово подстрелили. Кто его знает? Но подстрелили. А я тебя не успел. Не успел. Так когда же было? Они же там вдруг наскочили. Ты меня в Зубровку. В Зубровку меня. Там спросишь Киеню. Киеню? Буров. Товарищ Войтик. Что с Буровым? Да вот, ранило. Наделал делов. Сарай. Сарай.
Ты чего там? Ничего. Ты чего задумал? Да ничего. Ты что задумал? Я эту машину своими руками собирал не для того, чтобы эта сволочь на ней ездила. Не смей. Мало мне горя было. Мало мне горя было. Ладно, ладно. Спи, мать. И что задумал? Справедливости захотел. Мало мне горя было. Я сплю, мать. Спи там. Царица моя преблагая, спаси нас, помилуй. Господи, Иисусе Христе, за ним Боже, помилуй. Помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спаси и сохрани. Тетка Анисия, а Колька дома? Колька дома? Чего орешь? Не глухая еще. Вырядился. О, Кость, здоров. Чего надо? Меня Микитенок послал. Там надо это... в машине поковыряться. А то она у нас не того. Не заводит сейчас. Тебя-то надо послушать. Пошли подсобишь, а? Мироха, ты помнишь, я тебе зуб выбил? Ну? Так вот, знал бы, что ты в полицию пойдешь, выбил бы все. Дурак ты. Ну так что? Идем? Пошел вон отсюда. Ах, вот ты как. А если силком, а? Силком, если, так не того, а? Ты ближе. Ближе подойди, я тебе в рожу плюну. Что же такое, а? Мало тебя за уши драла! Смотри, Коля, шлёпну я тебя до слабости, ишь, гонор взыграл! Обиделся, машину не отобрали. Да я вас, гнид, за раз в расход пущу! Будет момент, Коля, пожалеешь.
Как был дурак, так дураком и остался. Скажешь, к тетке уехал. Куда? Сохранись, пока не утихнет. Зря ты это. Чмур, я же тебя наблюдать послал, а ты? А я и наблюдал, что я виноват, что они подкрались с другой стороны. С другой. Ох, наделал ты делов. Ох, и наделал. Это ты наделал? На черта была лезть в сосняк. Много ты понимаешь. Где сущение? Да вон сидит. Не трогай его. Пусть. Мне что? Только чтоб командир скажет. Ну, а дальше что? Так и будем сидеть? Ждать, пока догонят и перестреляют, как кроликов?
Это где? В Бабичах? Может, и в Бабичах. Мне, наверное, капец. Не донесете. Нужна повозка. А так, конечно. Где это стреляют? А черт их знает. Где-то в той стороне. В Бабичах. Может, и в Бабичах. Но ты лежи. Вот расстараемся повозку, отвезем. Расстараетесь. Сущение? Ты тут знаешь, где что? Где село, знаешь? Так Бабичи где-то там. Под пущей. Это там, где стреляли? Ну. Ну, тогда дуй за повозкой. Стой. Пойду я. А ты сиди тут. Карауль. Ты отдай мой наган. Наган. На, возьми, конечно. Я постараюсь скоро, если недалеко. Почему я тебя не застрелил в хате? Стрельнул бы тебя. Сам бы жив-здоров был. Ну как же было в хате? Дитё ведь там. Дитё.
А почему ты не убил Сущеня? А куда же мне было убегать? А к немцам? У немцев я уже был. Вот. Гляди. Да ведь ты выдал тех троих. Я никого не выдавал. А почему тебя не повесили вместе с остальными? Вот бы повесили. Я бы им спасибо сказал. Нет. Выпустили. Думал, снова возьмут. Не взяли. 2 недели дома сидел. Куда мне было податься? Потом начал немного понимать, почему выпустили. На живца, видать, ловили. Вот вы и попались. Я же на путях 13 лет проработал. Да ты знаешь, наверное. Как немцы пришли, бросил было. Но приходит начальник станции, тот наш, Терешков. Говорит, надо идти работать. Иначе немцы его расстреляют. Ну что делать? Пошел. Вот сука. Он и при советах с сукой был. А такие при любой власти впору. Встретится он мне как-нибудь в укромном месте. Сука. А ты ему на проверке вороже дай. Во, удивиться. Ага, я дам. И скажу, что ты научил. Чтоб не скучно у стенки стоять было. Кто-то дядя. Тогда молчи. Получай по морде и молчи, пока время не пришло. Время, говоришь?
А что? Давайте развинтим звено и устроим тарарам. На закругление, ладно, получится. Кто упустил? Он, сука, и упустил. Его немцы к стенке и поставят. Звено, говоришь? Дельная мысль. Немцы что, дураки, что ли? Не догадаются разве? Стык ведь развинчен. Сразу видать будет. Да ты что? Если состав полетит под откос, тут ни один стык не уцелеет. Все покорежится. Помнишь, месяц назад в Лемешевской будке была авария? Или подрыв? Сплошная каша и всего. Черт ногу сломит. Мало ли, партизаны шалят. Мы тут при чем? Мы свою работу сделали, пришли, инструмент сложили, домой пошли. Мы при чем тут? А деревня здесь рядом. Если партизаны, так они деревню сожгут. Придут, постреляют всех. А они здесь при чем? Мало такого было? Какая деревня? Там полторы старухи живут. А что, старухи не люди, что ли? Не надо этого делать. Ты что, испугался? Поезд ночью пойдет. Нас тут как и не было. Да ему, видать, нравится. В рожу получать. Может, поможешь? Не надо этого делать. Может, немцев позовешь? Thank you.
Давай поговорим как друзья, по душам. Вижу, ты человек положительный. Да. И мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим. А тебе подарим жизнь. Только... Да? Ты будешь жить. Только ты должен дать подписку о сотрудничестве. В каком сотрудничестве? Секретном, разумеется, с немецкими властями. Мы устроим тебе побег. Ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию. И мы будем держать с тобой связь. Секретно. Разумеется. Нет. Знаете... Я не могу. Я не умею. Что? Что ты сказал? Не могу я. А ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть? Не хочу, конечно. Так соглашайся. Мы все сделаем аккуратно. Никто ни о чем не пронюхает. Я не могу. Значит, хочешь умереть? Завтра же повесим. Но все же подумай. До завтра. Ну что, на выход? Давай. Сущению оставить. О, почему оставить? Подумал о моем предложении. Ты хочешь болтаться со своими друзьями на веревке? Я думал, ты умный мужик. А ты идиот. Захотел красиво умереть, чтобы тебя там почитали, в листовках о тебе писали. Нет, так не выйдет. Я тебе устрою другую смерть.
Последний раз спрашиваю. Да или нет? Не могу я. Не можешь. Пошел вон отсюда. Иди, ну. Иди. Что было делать? Я им тогда уже завидовал. Их люди почитали. Ими гордились дети. Их семьям помогали соседи, а меня возненавидели. И чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анель, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Однажды заплакала и говорит, лучше бы они тебя там повесили. Начал думать, не повеситься ли самому. Ну, как и повеситься. Скажут люди, совесть замучила, потому что изменник.
Ну и как же мне жить, Коля? А, Коля? Ты слышишь? Коля! Коля!
И про махорку спросить не забудь. Он обещал. Не забуду. Как он? Лежит, горячий весь. Там ребята про махорку спрашивали.
Стой! Сюда иди. Куда? Откуда? Где взял? Не знаю. Зашел к одному. Попросил, он дал. И где он? Не знаю. Иди. Сидишь? Вот. Так я и знал. Давно? Вчера под вечер. Вон как. Не надо и подводы. Ишь, слетелись. Ждут.
Со вчерашнего дня ждут. А что? Повозки нету? Повозки нету. Бабичих немцы. Немцы? Как же теперь? А что теперь? Припрячем, потопаем. Может, прорвемся? Куда? А кто куда? Я в отряд. Ты же, наверное, к немцам хочешь? Я не к немцам. Веди меня в отряд. В отряд, да. Там тебя так и ждут. Бурова надо взять. Негоже его здесь оставлять. Вон воронья сколько. Если сам понесешь. Ну и понесу. Что ж. Ну тогда вставай. Куда идти, знаешь? Если не у Бабича, то левее надо брать. Ну, иди. Только смотри. Не к немцам. Где это? На шоссе похоже. На шоссе? Ну. Куда ж ты завел? А куда же везти? Вы же говорили, в Бабичах немцы. Немцы. Значит, только сюда. Через шоссе.
Что делать будем? Перейдем? Может, лучше ночью, как стемнеет. Долго ждать. Лучше бы подождать. Давно знакомы вы? С детства. Через улицу жили. Он, правда, моложе был. Все к машинам тянулся. Да. Вот это и подвело. Его и тебя. А ну, может, и так. Да только меня подвело другое. Что же еще? Что не помер там, в полиции. Вот что. Помирая, зачем торопиться? Буров поторопился. Не втерпешь был. Все через дурость свою. Да. Буров не вовремя. Молодой еще. Жаль. Тебе-то чего жалеть? Потому как из-за меня будто. Только я ни при чем. Разве я хотел? Я только там, в болоте, не хотел лежать. А вот лег бы в болоте, Буров бы живой был. Не так разве? Это так, наверное. Ну, вы уж скажите командирам. Чего сказать? Ну, про меня, если что. Если не дойду. Все-таки женка у меня. Дитя. Вот что. Это скажу. Может, и написать придется. Написать — это хорошо. Все-таки документ. На документ надеешься? Ну, все-таки, может, разобрались бы когда. А все же завербовали тебя, а? Ну, признавайся. Если бы. Так нет же. Вербовали, да. Но я же не мог. Ну, не мог я и все. Так уж и не мог. Врешь, наверное. Ну, как же можно, посудите сами. На такое дело. Мало что себя погубишь. Так еще и семью. Как же им жить? Если, может, жить останутся. Ну, оно по-разному бывает. Конечно, война. Вот вы говорите, война. Что все бывает. Но разве за полтора года все переменилось? Разве человек так скоро меняется? Чтобы до войны один, а войну другой. Я тут 37 лет прожил. Меня все знают. Всегда меня уважали. Ни с кем не ругался ни разу. Ну а почему теперь перестали верить? Вот получается, что немцам верят, а своему человеку нет. И соседи, и вы. Жена даже. И та сомневается. Переменился. Как это я переменюсь, если меня родили таким? Еще как меняется.
неустойчивые элементы. Если жить захочется. Вот именно. Если жить хочешь, так как жить и на подлость? Это когда уже смерть, так может, все равно уже. Но ведь живой. На живое надеяться. Пусть не для себя. Так для своего дитя может. Если тому жить посчастливится. Так, пойдешь первым, перейдешь, подожди, я следом. Вижу, стоит. Ах ты, мать честная. Я как вмазал. Да где же он? Подожди. Да вон лежит. Вон. Вон винтовки. Я сказал, бандит. Убитый? Убитый, кажись. Кобура. Пустая холера. А где ж наган? Поищи. Ботинки у него. Давай быстрее.
Твою мать. Жив еще. Стрельни, айда.